Уникальный концерт 5 октября перед публикой Улан-Удэ выступит пианист, мастер импровизации Владислав Потапов. Его мастерство уже покорило Россию. Никто еще не приезжал и никто еще не исполнял вот такие импровизации. Импровизации фантазии на тему композиторов-классиков. Будет звучать и музыка на темы Рахманинова, Чайковского, Массе, Брамса, Хачатуряна. Но изюминка этого концерта, конечно, будет в том, что кто-то из слушателей, значит, задаст определенную тему, может быть, напоет, или же скажет там какую-то мелодию такого-то композитора, и маэстро будет импровизировать прямо здесь, вот у нас на глазах. Услышать неповторимую музыку можно будет в Государственной филармонии Республики. Билеты в кассе еще есть.